Так я снова в Мюнхене. У меня уже неделя охрипший голос. И в этот раз цель моего приезда, помимо того, чтобы повидать свою любимую подруженьку, Октоберфест. Снова на выходные, снова здесь шикарно пока что погода. Надеюсь, такая продержится все выходные. Что-то случилось с метро. Оно не ходит из аэропорта, и поэтому нужно ехать сначала на автобусе. И это просто жесть, сколько здесь народу. Просто толпень. Короче, теперь надо искать автобуса, чтобы доехать до ближайшей станции метро, а потом продолжать свой путь на метро. Офигеть. Мы наконец вошли на Октоберфест. Сейчас время 12. Кстати, кажется, народу не очень много, но так только кажется. Ну да, мы с другой стороны, мы не с главной стороны зашли. Тут просто парк аттракционов больше. Палатка Шпана. Thank you.
кошмар. Просто ужас. Мы сейчас в платной зоне, которая стоит 3 евро. Посмотрим, что здесь хорошего. Манит.
Октоберфест, Октоберфест.